Здравствуй, Данте. Это мой летсплей по игре Таралия. Расскажу немного о нововведениях Тарарии. И что вообще появилось нового в Тарарии. Во-первых, появились новые НПЦ. То есть вот эти трое. Гоблин, маг и инженер. У инженера можно купить... ключ, гаечный ключ, клещи, тут написано, типа, провод, по-моему, рычаг, выключатель и 4 вида кнопок. Они, можно сказать, ничем не отличаются, только по цвету немного и все. И меня просили в ПС, блин, с чего-то. Ну ладно. Так, у мага можно купить шарик вот такой. Кристальный шар за 10 голдов. Можно ледяной жезл за платиновую монетку. Он, кстати, очень удобный при поиске летающих островов. Он типа... Mana Potion. То есть, восстанавливает 200 единиц маны, то есть всю ману. Если к нему еще цветочек приделать, то он будет восстанавливать ману. Просто... Колокольчик за 1 голд. Лиру за 1 голд. Книгу за 5 голдов. И музыкальный блок за 9 голдов. Вот про колокольчик и лиру я сейчас расскажу. Если колокольчик, так скажем, улучшить, то можно будет вызвать, так скажем, пикси, которая будет нам помогать. Если и лиру улучшить, то... Такие, типа, мелодии будут атаковать врагов. А из книги можно сделать две вещи. То есть, две разных книги заклинаний, но при этом нужны две обыкновенных книги. И вот музыкальный бокс. То есть, музыкальная коробка, что ли. При помощи нее можно, скажем, ну, слушать музыку. А при появлении боссов там каких-нибудь. Так. А вот теперь... Так, значит... Сейчас, погодите. Зашибись. Ладно. В общем, у гоблина можно сделать две вещи. То есть, как купить, так и прогрейдить оружие. Расскажу... Сначала, что можно у него купить? Ракетные бутсы теперь можно купить у гоблина. Также и хук можно у него купить. Можно и также поставить линки скрафтить. Есть еще линейка. Она очень удобная, удобна для строителей. То есть поставил, весь мир, так скажем, показывают блоки. Очень удобно, если кто любит строить. Это Tinkered Works. Workshop. То есть, при помощи него можно скрестить две вещи. То есть, например, если у вас есть ракетные бутсы и ботинки Гермеса, ну, и остальные слоты все забиты, и вы не знаете, куда запихать что-либо, то, например, ботинки Гермеса и ракетные бутсы можно, так скажем, скрепить, забить в одни бутсы. И они будут также быстрее и также летать будут. Как что, если вы носили бы ракетные бутсы отдельно, и отдельно ботинки Гермеса. Можно также скрафтить обсидиановый щит... Из кобальтового щита и обсидианового черепа.
На все крафты рассказывать не буду. Если кто захочет, почитайте в Террарии Вики. Я только расскажу о нововведениях и о новых МПЦ и двух новых биомах. В общем, первый биом, вот на котором я сейчас нахожусь, это типа как святой биом. А вот это, ну, ради, так скажем, сделано для Санта-Клауса. Но он сейчас больше не появится. Он мог появиться только до, по-моему, до 31 или только до 25 декабря. А после чего он исчезал. Тупо. Конечно, тупо, да, блять, новым. Еще одного нового МПЦ, который, блин, появляется только раз в год. Полный бред. Ну ладно. В общем, появилась святая броня. Святую броню можно скрафтить из трех других бронек. Первая это кабальтовая броня. Вторая это мифриловая броня. И третья это адамантовая броня. Но их просто так не скрепишь. Нужны еще души, которые падают из этих... из виверн, из темных созданий, из новых боссов, ну и... некоторых новых врагов. Добавили даже это Мега Шарп, то есть улучшенную версию Мини Шарпа. Добавили Шотган, то есть дробовик. Добавили лазерную винтовку. Добавили буры. Ну, буры тоже три вида. Адамбантовый, мифриловый, кабальтовый и... типа как святой. Но святой можно скрафтить из двух вещей. Ну, то есть из шести. Это, по-моему, из трех разных буров, из трех разных бензопил. Да-да, бензопил тоже появились. Бензопилы такие же, как буры. Но я имею в виду, распределяются также по металлам. Если их скрафтить, то получается вот такой вот бур. При помощи него можно, так скажем, и рубить деревья, и рыться. Но я предпочитаю пока что до сих пор свою старую добрую кирку и свой старый добрый молот и топор. Появились также 4 новых пики. Ну, так же, как и буры, и доспехи, они из того же из тех же материалов делаются. А вот это из трех новых пик делается. Адамантовый, кабальтовый и мифриловый. А вот молот можно добыть только из стены плоти. Да-да. Теперь расскажу про новых боссов. В общем, стену плоти можно найти в аду, а вызвать ее... только при помощи куклы Вулгида. Но если, конечно, я сейчас смогу спуститься в ад. Ну, как смогу. Если там я не сдохну быстро, то поделился ей. Добавили новый, так скажем, асексуары. Во, наконец, нормально сказал. Которые, так скажем... убирают некоторые отрицательные эффекты у некоторых, так скажем, этих, как их звать, ну, если враг, например, да, ослепление вам, то ослепление на вас тупо не подействует. Добавили, так скажем, вот такой меч,
я даже не знаю, как его перевести, типа, как зубастый меч. Это типа как зубастый меч, видите, типа зазубренный. Из какого-то вроде бы аниме. Я забыл, с какого, потому что я его не смотрел. Очень хорошая вещь. Ладно. Я хотел со стеной плоти бороться. Пойду. Ладно, пока спускаться буду, я расскажу немного о Экскалибуре. Экскалибур можно сделать также из новых мечей трех. Из адаманта, мифрила и кобальта. Еще нужны души. Да-да, опять же души. Которые можно добыть только из боссов или из некоторых новых NPC. Ну, врагов, то есть обыкновенных. Да, это уже подземный, так скажем, коррупшн. Ну, то есть подземные проклятые земли. И еще подземный святой биом. Но про него я попозже расскажу. В нем тоже, но в нем другие немного. Враги, но все-таки тоже. А, нормальные. Ладно, кидаем кукловоду гида в лаву, и появляется стена плоти. По-моему, вот сейчас вот из этой стороны попрет она. Ну, так оно и есть. В общем, ее очень хорошо с это... типа с дисков света, что ли, очень хорошо ее мочить. Они отнимают ей при нормальных хп. Ну, мне в такой броне, для меня она в такой вот броне, можно сказать, как прогулка. Она... я ее могу, так скажем, ранить сильно, она меня только на один, так скажем, только на одну единицу может ранить. Причем у меня только еще и регенерация, то есть я еще лечусь к тому же. Тоже большой минус, именно для стены плоти. Причем она выпускает еще своих приспешников, из которых бывает выпадают сердечки. То есть тоже получается как хилинг. Ну вот, мы уничтожили стену плоти, появилась вот такая обсидиановая коробочка. И в ней может быть практически все что угодно. Вот, например, молоток. Ну вот, переводится типа как лично молот. Давайте соберем. Так, все. Собрали. Ну, видите, обычный молот — это молоточек. Только при помощи него можно разбивать эти, как их звать, демонические демонический алтарь. Во, блин, наконец-то, господи, смог выговорить. Я, блин, можно сказать, чуть ли не каждый день это говорю, а сегодня еще чуть ли не смог не выговорить. Еле смог выговорить, господи. Вот что значит, перед записью не тренировался. Ну, ладно. Вот прощается. А, кстати, да. Блин, она что, исчезла, что ли? А вот на, вот на. Вот это, так скажем, святая мышь. Святая летающая мышь. У неё... стоять, но я не видел раньше только... блин! Господи, зашибись, ладно. А вот это, так скажем, миньон. Да, еще святые слизни, вот подземному. В святом биоме. Кстати, молоко у него как раз и были. Ладно, давайте домой тпшимся.
Так, душа ночи. Ну, или тоже можешь что-то скрасить, но я не помню, что именно. Душа света. Из нее, по-моему, как раз броня, основа брони крафтится. Ну ладно, не буду вспоминать, потому что я 100% еще неправильно скажу. У меня это часто бывает. Так, значит, вот этот, вот эта эмблема дает 15% дамажу, ну еще к тому же к скорости, по-моему. Или к скорости оружия. Скорее всего, к скорости оружия. Ладно. Так. Ну, это просто эмблема обыкновенная. Да, ну, да, я находил еще летающие острова, да. Признаюсь. Еще добавили вот инь-янь. То есть, типа двойной какой-то это. Забыл название. А, все, вспомнил. Булава. Булава. Типа двойная булава. Ну, как-то перевод по-другому, ну, в общем, типа как двойная булава. Ее можно скрафтить из, так скажем, из штучек, которые попадают с этих, с осколков, которые выпадают с мумий. С темной мумии черная, то черный осколок может выпить. С, так скажем, с проклятой мумией. А со святой может вы... Я этого не знал. А с, так скажем, святой мумией может выпасть белая штучка такая. Можно будет скрафтить. Ну, поточнее можно узнать у гида. Только я не знаю, где гид. Он у нас там любит на месте Санта-Клауса ошиваться. О, ну вот, видите. Стив. Как в Майне зовут. Это, кстати, по-моему, отсылка к Майну, видите? Имя Стив. Ну, если, так скажем, почитать их имена, то есть как отсылка ко многим фильмам, ко многим играм. Так. Ну, по-моему, все, что я хотел, уже сказал. А, кстати, новых боссов можно вызвать только при помощи, так скажем, скелетон Прайма, только при помощи типа механического черепа. По-моему, механический череп. Нового червя, железного червя, можно вызвать при помощи вот такой хрени. В общем, механический червяк называется эта штука. Можно вызвать железный, так скажем, железного пожирателя миров. Механический глаз, это, так скажем, вызывается два глаза Ктуху, по-моему, с 20 000 хп, привязанные пуповиной. Причем у каждого идет отдельно хп друг от друга. То есть, в общем, 40 000 хп у них. В общем, как минимум, должны играть двое, чтобы их победить. И нет, по-моему, лучше шестеро, блин. Потому что я как-то... Я и еще двое моих друзей решили убить вот их, блин. То мы еле-еле их победили. Уже за несколько секунд до рассвета, блин. У нас такая... Так штаны подгадили. Ну, у вас там мои друзья, у них похуже броня была, у меня получше. Ну, видите, в общем, у меня еще на некоторых вещах бонус к защите. У меня 64 защиты. А всего святая броня дает... Так, значит...
Смотри, 24 плюс 15, 39, 50. В общем, дает, по-моему, 50. В общем. А, нет, 6. Пустой. Так, значит, 26. Ну да, 50 всего лишь дает. Так, смотри, теперь 4 к защите. 2 к защите. 4 и 4. В сумме 64 получается. То есть, зомбарили мне, можно уже сказать. Только пощекотить могут. Больше ничего. Ну ладно. Все. С вами был Данте. Это был мой летсплей по игре. Стоять. Забыл про крылья упомянуть. Крылья есть как ангельские, так и демонические. Причем они крафтятся одинаково. Только можно выбрать вот такие красивые белые или вот такие. Ну, я люблю вот ангельские, они красивые. А разницы у них нету никакой. И, кстати, говорю лично для тебя, Косаридзе. Харе меня копировать, шо в майне, шо в террарии. Заколебал. В общем, ладно. Всем пока, до следующего моего летсплея.